После отстрела предыдущих матчей в БР-100, почти в полный штиль, так как время близилось к закату, я понял, что есть проблема в винтовках, в частности в двух егерях. И проблема эта связана с тем, что стволы не чищены, и кучность из-за этого отсутствует. Я почистил стволы, и результаты не заставили себя долго ждать. Здесь в полнотеле будет очень интересно наблюдать, как освинцовывается ствол. Первые 6 или 7 выстрелов освинцовка заставила пулю идти существенно ниже. Далее все пошло как по маслу. Но я пропустил один выстрел, относящийся к освинцовке, за счет чего СТП ушло ниже на первом выстреле. Далее собралась отличная куча. Незнание винтовки привело к тому, что я слишком рано сделал выстрел в зачетную зону. Я не знал, что для свинцовки требуется еще один выстрел, поэтому получил небольшой отрыв вниз, который сказался на общей кучности группы. Это будет видно в дальнейшем. Смотрите внимательно, все последующие выстрелы по вертикали прилетят почти одинаково. Будет минимальный снос по горизонту. Закончился.